Привет, привет, друзья, всем привет, добро пожаловать на наш канал Турецкий Папаши. Друзья, посмотрите, друзья, Турецкий Папаши, где Турецкий Папаши? Сегодня в парке Конъяльты район, Гюрсу. Это называется Хаят парк. Хаят — это значит жизнь, типа жизнь и парк. Вот все дети здесь, тёща здесь, дети здесь, жёны здесь. Конечно, у меня партнёр Ур тоже здесь. Вот он вот сзади едет. Медленно, 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 медленно. Кстати, я первый раз был здесь. Я живу давно уже в Конъяльты районе, но я первый раз был здесь. Вот, видите? Что случилось? Один упал. Поэтому вот смотри, ты красавчик, красавчик. Начался, конечно. Посмотри, что-то не начинается. Я думал, как наши подписчики. Валла, не знаю. Не знаю, я тоже. Давай спроси, как вы. Как ты, кстати? Я вообще уставший. Кстати, очень видно, еще очень загорел. Очень сейчас черный. Да? Вот. Покажи. Красавчик. Ну так, это утром это рано мы поднимался, там это проснули, там погуляли, там это наши твои дела. А, сегодня ты не работал. Да, сегодня не работал, да. И этот спорт я сделал, тут вообще сейчас это мышка все болит. Я хотел сегодня спать, а мы не я не спал. Ну так, дела поехали туда-сюда. Много дела. Сегодня 30 августа, это у меня выходные. Ну, это почему скажи? Праздник, это у нас, да. Это госслужба. День Победы, по-моему. Да, День Победы, это госслужба, это выходной, все госслужбы, как я тоже работал. Ну, к сожалению, я работал. Да. Надо тебе много денег, почем ты работаешь. Да, я работаю, все равно одинаково зарплата. Потому что, вы знаете, он в больницу работает, государство всегда, когда официальный день, то он не работает. Вот все равно он уставший, чем я. Только спорт я занимаюсь. Ты занимаешься спортом? Вообще, а? Я забыл про спорт. Да? Мне, кстати, срочно нужно, я зима думаю. Нажимаю, так, занимаю, и поэтому так, я уставший. Молодец, гожусь с тобой. Давай покажем чуть-чуть территории, парк и семье, давайте. Давай. Вот вам хотим показать, как выглядит Хаят парк. Здесь крутой одна бассейн. Конечно, здесь купаться нельзя. Вот там одна из мужчина, корабль. Покажем, кто здесь. У меня теща. Айлин. Керем. Керем, привет. Тася, Егор, Демир, Катя, Таня, второй мама Лена. Первая мама Лена, второй мама Лена. У всех дела есть, друзья. Таня снимает видео, мама Лена снимает видео. Катя фоткается, Айлинка играет. Вот. Айлинка и мой теща, кстати, они одинаково одевались сегодня. Сказали, что будем фоткать. Мы все здесь, друзья, поэтому вам будем показывать территорию. Ур, куда ушел? Куда пропал Ур? Уехал на самокат. Уехал на самокат? А, с Мелеком, да. Вот, посмотрим, что они делают. Кстати, здесь, друзья, кафе тоже есть. Ресторан, завтрак можно, обедать можно, здесь ужин можно. Смотри, Мелек. Ой-ой-ой! Назар дедич хожа. Тика-тика-тика-тика-тика. Мелек, привет. Как папа. Кстати, как папа, она тоже загорела, видите? Айлин тоже, кстати. А вторая пупсик здесь. Привет. Некзем. Она хочет меня. Катя, как дела? Давно тебе нету. Хорошо, расскажи. А вот они фото. Расскажи, говорю, как ты, как твои дела. Хорошо. Все хорошо у тебя? А, у нас гости. Кто? Мама Лена, Антонина. Мама Лена. Сергей. Викторовна. А, Виктор. Антонина вон там ходит. Анатолий.
Анатолина, вот здесь. Я всегда перепутаю. Потому что давно вас вместе не видел, не снимал, да. Поэтому я перепутал. Нет, не снимал вместе давно, а видел-то ты нас тут вот совсем буквально несколько дней. Ну это Викторина, кто был Викторина, кто была? Викторовна. А, короче, вот это. Вот короче, это они. Будем кушать или нет, Таня? Сегодня мы будем кушать здесь? Нет? Хорошо. Мы гуляем. Хорошо. Друзья, мы дома чуть-чуть перекусили. Нет, я не голодный, я только не знал, что будем. Кстати, вот везде флаг, потому что сегодня у нас, как я Ур сказал, что день побед. Победы над кем? Победы это был война. Каждый 3 месяца есть одна день побед, поэтому сегодня 30 августа называется Зафер. Зафер? Кипр. А? Кипр? Нет, это не Кипр. Нет, это не Кипр. Это просто. Когда был первый мирный. Кипр это был недавно. В 22-м году дело было. Да. Короче, сегодня называется Отуз-Аусос Зафер Байрамы. Типа после первой вот международный мир, как сказать, война был. Да. Вот этот день Турции уже был, типа, как сказать, свой, он уже был у нас свой страна. Типа мы уже да, независимы от другой страны. Вот у нас кто? Папаша Ур катает. Пойдем там это стень, на стене, хотя они сделают, наверное, сегодня будет концерт. Концерт? Наверное. О. Давайте посмотрим, что есть. Я тоже, кстати, Ур, первый раз я здесь. Я тоже раньше не был. Катя у нас был. Катя здесь была, дети были собраны здесь с учителем. Они завтракали здесь. Это 6 месяцев назад, по-моему, давно уже. А у меня, кстати, на канале тоже спрашивают, где папаша, почему я вас не снимаю, почему вы не снимаете? Вот папаши уже возвращались, папаши уже будет, папаши уже часто... А, точно, вот посмотри, концерт есть, видите? Конечно, нам повезло. Вот везде флаг. Да. Кстати, красиво, да, мама? Да, я здесь первый раз, кстати. Я тоже, кстати. Мы все, по-моему, только кроме Катя и Тас. Ты здесь был, Егор? Нет. Ты здесь, по-моему, не первый раз. Нет, я первый раз. А еще мне сказали, почему Егора нет нигде. А, вот хороший красавчик вот тоже. Вот он, наш Егор. С второй мама Лена. Сколько можно? А даже детский клуб есть. Друзья, сейчас Сидорек сурит, Ур кушает, Мелек здесь, мой теща здесь, мама Лена отдыхает, уже темно, кстати. Посмотрим, дети что делают. Айдинка вот там. Паша сильно-сильно уставший выглядит. Хочешь кровать? Принесу тебе, спи. Давай. Согласишь? Принеси. Все время хочешь спать, твоя зять. А ты не хочешь спать? Вообще не хочу. Тогда, конечно. 2-3 часа сплю каждый день. Вот она шашлыки сегодня ехать, что-то шашлыки готовим, да? Шашлыки, кстати, вы сказали, ну, кто придумал? Я думала, ты вообще шашлыки поедешь. Я тоже. Я сказала, на шашлыки не надо. То Таня виновата сегодня, друзья. Да? 3 килограмма лежит, я говорила. Оно замаринованное? Замаринованное? Ну, замороженное или что? Ну, замороженное, просто замороженное. Картинки, а плюшки какие-то маринованные лежат? Не пожаренные? Нет. Все сырое. Не жареное. Мы много купили. Тебе не было. Ты была в России в этот. Так надо... Поехали.
Ну, уже не сейчас, давай завтра, может быть. Посмотрим, дети, что дают, друзья. Чарам, что делаешь? Привет. Мам, купи одна тепловода. Эмир? Все. Друзья, вот посмотрите, папаша Ур что делает. Вот папаша Ур, вот. Помоги! Сейчас дети догоняют, Ур бежает. Я профессионально катаюсь. Профессионально, ооо. Еще раз, да. Аккуратно. Вау. Вау! Neden çok yoruyor? Tasya yorulmadın mı? Yoruldum. 5 defa bence. Çok yoruldun değil mi? Evet. Hadi gidelim. Herkes gidiyor. Biraz dinlen. Yavaş. Profesyonel. Hop. Vau! Nadarim seni nikuda ne udarit. Покажи еще. О! У тебя все хорошо вообще. Давай! Друзья, видели? Просто я устал вообще. На! Все. Давай! Устал, да? Да, это трава здесь. Я специально так прыгнул. Ну, специально прыгал. Сколько? 10 минут? Больше 15 минут? Больше, 20 минут уже катался. Керем, ты не устал? Вообще. Мокрый он, блин. Я как мокрый, знаешь? Я вижу. Вообще, так. Минимум этот один круг сделал, этот так. 2-3 круга я сделал вообще. Ты еще 2 килограмма худел сегодня. А? Ты 2 килограмма худел, я говорю. А-а. Вообще, этот, или это взрослый человек тоже есть? Ну это тоже так. Как взрослый человек это. Иди ты, мы взрослым. Всем удобно это место. Да, смотрите, как мокро вообще. Ну это ничего не случилось, просто это трава, я хотел там этот кататься. Он, кстати, специально сказал, что прыгал. И этот Назар получил. Ты этот сделал мне Назар. Да я, блин, я пугал, я сказал, что аккуратно. Да нет, там этот, я... Много детей. Если вот как камень, я так не сделал. А это здесь не камень, трава там. Ящелик, как называется? Ну, зеленый. Да. Зеленый.
Ничего не случилось, смотри. Ну хорошо, нормально. Если у тебя все хорошо, тогда... Только устал вообще. Сегодня пусть хорошо спишь. Угу. И это влажно очень. Друзья, вот посмотрите. Идем, идем, не закончим такой большой парк. Друзья, вот сегодня вечером у нас был такой день. Мы еще здесь чуть будем. Скоро начинает концерт. Поэтому в концерте нам нельзя снимать, потому что YouTube не разрешает музыку. Поэтому давайте, Ур, давай возвращаем. Йоша калды. Увидимся на следующее видео, друзья. Берегите. Темно было, он открыл фонарик сейчас. Спасибо. Что хочешь сказать? Видно, видно. Блин, очень душно. Да, сегодня, кстати, очень душно. Да. Ну так, приехали гулять сейчас. Скоро будет концерт. И посмотрим, что концерт. Да? Вала, я тоже не знаю, какой-то есть популярный певец или нет. Да, посмотрим концерт. Посмотрим. Если что-то. Так, потом поедем. И потом все дети у нас это все сейчас... Хотят это дома, спать хотят они кто-то. Уже время где-то 8 часов. Вот, не знаем. Ну ладно, друзья, увидимся в следующем видео. Не забываем поставить лайк, колокольчик открывать и подписаться на наш канал. Яндекс.Зен. И если у нас есть Яндекс.Зен, что ты комментируешь? Да? Яндекс.Зен? Яндекс.Зен тоже каждый день положим, друзья. Постараем больше снимать. Мы уже вас обещали, что будем снимать больше видео. Поэтому еще, конечно, много интересного будет. Вот сегодня все вместе, поэтому мы все, как сказать, довольны. Ур, спасибо. Как кино? В кино так снимают, когда кино снимают. Почти был так же. Ну, короче, давайте увидимся на следующем видео. Берегите все. Всем пока. Себе, всем пока-пока.